хорошо зрите. Тишины нам не светит. Ей скучно сидеть. Она там не хочет в комнате с игрушками. Ей хочется тут шуметь. Чего ты там грызешь? А? Не надо штатив потрогать, чертово животное. Слониха. Еще листик. По идее, нам еще 3 листика надо. Вроде ничего особо не делала, а начинаю хотеть кушать. Хотя, в принципе, насчет шума тут еще на холодильнике есть. Можно было, конечно, в комнате посидеть. Но что-то мне удобнее сейчас тут. Ну зачем ты трогаешь камеру, а? Ну что, кошка просто писец какой-то. Карандашка надо поточить. Может, и правда надо было взять клетчатый листочек. Если ты, зритель, смотрел тот АСМР из деревни, где я что-то ручкой нарисовала, то это как раз для того же товарища. Риф, так, Торе, Мифа, Сундя, Седла. Тут у нас серединка. Она очень тоненькая. Я даже планировок составила. Ну, все-таки точилочкой поработать. Где она вообще тут?
7 слов на 8 заводить будильник. Слишком сильно заточила. Почему сегодня меня почему-то игнорируют? С учетом, что я урока пообещала к завтрашнему дню сходить. У меня даже план урока есть. Надо еще носить под крючка один листик. Ладно. Сейчас что-нибудь в принципе, я могу смонтировать тогда сейчас это. Хотя бы пока расположить, посмотреть, как камеру поставить, ничего, чтобы было видно. Вот. Я же сама виновата, отвлеклась на всякую ерунду ВКонтакте. Да еще кошка тут заснимала шорт.
Страничку. Ключва, уж не без учета такой листик будет. Не совсем так. Так, курица лавы. Человек должен это понимать. Если речь идет о классическом пианино, 7 октав с лишним, и 88 клавиш. Так, что у нас здесь? 1/2. Если зайдем, то потом будет сумочек еще и нотного стана ключа фа для сушки.
соль, до, до, ре, ми, фа, соль, до, си, до. Да, я когда могу от руки нарисовать круг, а когда мне кинул, и надо вот так. Так, можем вынуть. В принципе, если будет не видно, то можно будет это титрами поверх монтажа подписать. Это последнее. Я еще подумала, что может быть надо найти копирку став. И хотя бы эти самые копировать.
Готово. Если вы можете сделать круче и хотите об этом заявить, ну, хорошо, что это так. Я же сделала толстую шкуру. Еще карандашик. То ли он под этой штукой? То ли он сузанный колокушка, пока тут сейчас. Все, наверное.